Вот сейчас мы главный вход в пещеру ледяную под музычку пойдем. Ох, как здесь холодно и сыро. Ага. Огромный зал такой. Не забыл. Ну, маркеры, может быть, или да, подсеки. Что, по правой пойдем опять же? Код дозора даже вот есть. Вот второй выход, видишь? Сразу его завалим. Он ползком. Нет, а вот там что за залы? Они завалены. А туда только ползком залезли? Мы там проходили как-то, только не помню как. А пойдем вот по той дороге попробуем. Ощущение, что там уже завалено. Сегодня. Да, вот первое. Видишь, тут обвалов сколько? Ну, потому что вода сочится, все трескается. Видишь, нас может... Зимой. Нет, сейчас нет. Во время дождя, может быть, зимой, да. Да, все завалено. Ну, огромное количество залов. Огромное количество различных помещений. Свечек, веревочек. Классно. Еще куча перчаток. Второй вход. А здесь грязновато. Грязновато. Вот они, сталактиты. Небольшие наросты. На потолке везде. А сейчас не зима. Как тут грязно. Их тут много. Из известняковой соли, различные соли. Но здесь очень грязно. Очень сыр. Че? Ну, пошел дальше. Вот здесь есть большой грот. Такой здесь, смотри, полочка, выработка камня. Ты что, сфоткаешь? Нет, фонарик все равно вниз.
пойдет. Здесь прикольно. Расчищено, видишь? О, ракушка. О. Причем не просто ракушка, а какая-то реально крутая. Фига себе. Видишь? Ага. Такая довольна. Так, секундочку. Ты ее ничего не трогай. Угу. То есть ракушка очень большого размера. Оставь ее на память потомку. Ну мы это засняли. Вот это снимите. Что это? Ну, инструмент был. У этих на попасть. Вполне возможно. Хотя, скорее всего, да, старинный. Ну, я думаю, что лет. Тысяча. Блин, прикольные вот эти такие склоны, да, вырубали. Куда дальше? Ну пока вот туда. Только нет, давай не пойдем. Ну, нет, мы пойдем там, где можно идти. Мы как ходим. Не знаю, нам главное не потеряться, если мы не потеряем. Не, мы не потеряем. По крайней мере, есть веревка. О, смотри, смотри, смотри. Черт. В скором времени отвалится. Лучше не трогать это. Ну, на чем? По сути, смотри. Вот его просто коснуться. Да, он должен пробовать. Пойдем дальше. А? Вот они. Фоткай. Пенёшки. Вон они, мыши. Раз, два, три их. Вот она, смотри, игра. Будешь фоткать? Ну, доставай скорее, чего ты ждешь? Давай, свети мне. Соответственно, тут вверх эта глина. Вон там, зафоткай вот эту кучу. Так, ну здесь действительно опасно. Так, мы туда идем? Или мы возвращаемся? Блин, дай-ка посмотрю, какие они. Илюх. Можно, пожалуйста, закончить. Там, ведущий. Я понимаю, вы шли куда? Здесь какая система туннелей? Тут так. Все проще. Рисуем большой котел. А дальше рисуешь, где... Слушай, 78 тут отметка. Кружочки колонны, видишь, они везде кружочки. Здесь очень низко. Там все завалено уже отвалами. Да? Вы о! Знаете? Слушай, центральный проход. Нет, нет. А, ну вот, так смотри, дорога. Вот здесь везде колонны. Колонны. Тут система другая, они... Видимо, более жидноватый колонны. И они не это прокладывали, а прямо вали сплошняком оставляли колонны. Я понимаю, мы сейчас туда, а потом обратно. Давай, да, давай. Потому что я так понимаю, это один ход. Уже цифры очень большие. Да. Вот здесь ничего так. И не так сыро. Ну, смотри, как дверь, да, сделана. Ну вон, да, видишь, как дверь. Вон выход, я уже вижу. Впереди. Ну мы давай здесь походим, а потом пойдем обратно и там. Здесь куча ходов. Что там? Ну ее пугает свет. Может быть она ранена. Не стоит ее трогать. Я хочу посмотреть, что там на выходе. Сейчас, подождите меня. Заваленные штольни.
А здесь прям тепло отсюда идет. С этого входа. Вот выход наверх. Но я туда не полезу. Полезу в ночь. Зона отдыха типа. Оттуда очень сильный поток теплого воздуха. Смотри, это жестко вообще. Ух ты ж! Пахнет трек! Господи. Вот здесь встречали эту Масленицу, Новый год. Засосалась. Вон она. Да, вот она. Смотри, смотри, осторожно. Прячется. Они видят вообще? Ну, при свете нет. Они в темноте радаром. Вот здесь вот встречают Масленицу и прочие, видимо, фигни. Мы точно не заблудились? Вон выход, Ален. Где? Вот туда выход. Нет, идем обратно, но немножко по-другому. Давай сюда зайдем сначала. Пошли позырим здесь. Мы у выхода и так. Пошли посмотрим, там еще мышки. Смотреть, ну как она сейчас на меня полетела, это было, конечно, очень. Смотри. Капает с потолка. Вот. Видимо, выбивает. Вот эти моль тут тоже. Артефакты. Да. Здесь круто, Илюх, иди сюда. Склад бревен. Пока не похоже. Вот, смотри, тут прорастает корни. Сверху? Да. Нет, это какая-то плесень. Хотя, может быть, да, какой-то редкий корень. Смотри, смотри, смотри. Пытались выкопать дырку. Вон туда вот. Вон еще выход. Вон. Наверх там? Да. Вон там что-то в пакете завернуто. Вот здесь, видишь, пытались выкопать стену, не знаю. Ну блин, зачем? Пошли дальше. Ты лучше посмотри, что в этом пакете. А, просто пакет. Круто. Нет, почему? Мы не потерялись. Мы в большом каком-то очень зале. Прикольно. Вот здесь еще, короче, куча ходов. Илюх! Илюх, здесь круто! Иди сюда! Смотри, с этой стороны нету, походу, входа, а там дальше идет. А может быть здесь есть? Туда дальше, заход налево. Вот она, наверное.